Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, Демастер. Также со мной еще сегодня Пони. Йо, всем привет. Пингвин. Далет. Ама. Бонжур. Лина. Здорово. И Казмот. Здорово. Мы прямо сейчас играем в игрушку Vintage Story. Продолжаем играть. Как видите, наш дом стал немного лучше. Мы сейчас готовимся к масштабному походу за ресурсами, чтобы перейти наконец-таки уже в следующий век. Вот тут всякие штуки крафчу. Уже кучу всего скрафтил. Вот сейчас на стриме тут сидел, инструменты ковал. Он, видите, куча кирок, куча всего остального. Я еще решил два следочка потратить, чтобы сделать еще два оружия, не так меча. Не-не-не, копья. Что можно было так кидаться копьем. Еще. Ну, копья ты можешь кинуть, там, когда кидаешь, там очень большой урон, а потом мечом добиваешь, но копье свое забираешь. Сколько копий в этом? Там два копья, но у нас сколько человек? Там пять. Пять медных копий? Медных. Ну, ладно. Может, я не заметил города? Пони, зацени, сколько я туда закинул. Ну, это пока что все, что есть. О, вообще праздник, вообще сказка, сейчас столько мяса. Че там, мама, много на охотил? Ой, да много. Да, очень много сделал, да. Что думаете, может уже стоит начать, знаете, что это, к зиме готовиться и еду заготавливать? Я могу... А что за босс только двигатель сначала? Да. Я могу перемолоть кучу этой, кучу муки. Давай. О, поставили все-таки здесь три костра, что-то дополнительных. Я говорил, здесь нужно еще три костра поставить. А, понял, так вот. Что? Ну, из-за того, что Пони мудак, я нашел стекло, которое он спрятал. У нас кого-то компетишн, знаете, кто-то. А я уже спрятал два факела. Да, у нас только, у нас наш стак, это типа, не дай бог, что-то сказал, или даже если ты будешь молчать, я все равно босс. Вот, да, для тех, кто не был, да, точно, я же, может, это не записывали. Короче, чуваки, на видосе рассказываю, пока там чуваки заканчивают. Я, в общем-то, сделал второй этаж, начал делать, по крайней мере. В общем, здесь такая вот лестница на второй этаж, здесь сразу же будет лестница на третий этаж. И это, типа, больше, типа, такие комнаты. Может, мы потом дизайн переделаем, не знаю, но пока что я остановился на том, что вот здесь одна комната, здесь пока все кровати, но мы потом их перенесем. Типа, с таким панорамным видом будет красиво, тут потом, ну, стеночки еще поставим. Возможно, может, не будем ставить, может, чисто стеклом все сделаем. Дальше вот эта комната, Пони сказал, ее себе забирает, эту вот комнатку. Вот, дальше вот эта вот комнатка Казмодом, я ее Казмоду отдаю просто, даже не спрашиваю, что он там хочет. Не, ну если Казмоду не понравится, заберу. Вот эта вот наша стильная комната, она такая квадратная. А у Пингвина и Ама будут комнаты на третьем этаже. Ну, либо можно, знаете, как сделать? Можно будет одну комнату убрать со второго этажа и сделать трех чуваков на втором этаже и трех чуваков на третьем, чтобы были эти комнаты нормальные по размеру. Вот, ну мы так сделаем, посмотрим. Вот, также я, короче, еще переделал, знаете, Шон. Я переделал вот эту вот штуку. Она теперь выглядит по-другому. Здесь больше отверстий, и она более массивная. Единственное, что я накосячил с углом вот здесь. Вот видите, она типа немного здесь резко начинает идти. Так что нужно будет вот это вот немножечко переделать. Здесь более гладко сделать эту тему, короче, вот. И здесь нужно будет сделать. Здесь новый лыжник у меня пока что закончился. Ну и вот тут тоже, опять же. Кстати, зацените, какой у меня офигенный амулет. Там, значит, показываю. Вот, амулетик крутой, блин. А как так приблизить? Знаешь, как в Майнкрафте нельзя. Во. Амулетик, ну, вспомни, мне тут еще борща положил. Смотрите, чисто, что я похавал. Понял, с чем борщ? Да я не думаю, что мы зимой прям, ну хотя вздыхать не будем, наверное. Да, ну нужно, чтобы еда была, чтобы мы не вздыхали зимой. Понимаете, мы сейчас от еды-то вздыхаем, типа. Ну да, да, а у нас типа лето. Кайф, мини-блоки. Знаете, я каждый день, когда мы вот играем в эту игру, начинаю задумываться о том, что скоро, мне кажется, я стану мастером Chisel and Bits в Майнкрафте, выкину всех своих билдеров и буду сам строить карты. Никогда такого не будет. А я предлагал сделать снизу погреб с ямами, а вы говорили, типа, на улице. Так мы ничего не говорили, Костян. Мы говорили, сделай, если хочешь. Так, сейчас возьму и сделаю. Так, чуваки, кому сделать бронзовые чего-нибудь? Что хотите бронзовые? Новые, типа, или что? Да, бронзовые. Мне кирку кажется, давай сделаем, чтобы быстрее кирку, копать. Чтобы мы могли что-нибудь добыть. Давай бронзовый топор. Да, вверх мы кварц сможем добывать, слышишь, Нет, Пони? Топор. Нет, топор не надо, мне кажется. Не, кирку. Потому что кирку, чуваки, у нас на материалов на штук 12 кирок, типа. Ну так сделай штуки 3. Народ, у нас весь забор сгорел. Какой? За домом. Как? Ну, перекинулся огонь с этих ям. Чего? Нормально. Че нормально? Знаешь, сколько этот забор ставил? Ну. Потуши. Кого? Забор. Да, пофиг, да, господи. Ну, а где он? Где он загорелся? Погоди, я не вижу. Сейчас Костя будет буянить, что ёб... это... Ёб... Это все из-за вашей хуйни! Я говорил! Я говорил, нахуй! Я тысячу раз говорил! Вот, похуй, Кисма, ты видишь, я был прав, понимаешь? Я говорил, что не нужно эту хуйню на улице ставить. Нет, вы такие, будем. Блин, зато без забора так удобно спускаться. Да, и будет очень удобно улетать, и разбиваться, нахуй, тоже будет удобно. Смотри, из-за них весь забор сгорел. Я просто расстроен, что я говорил, давайте так не будем делать, а вы делали все равно. Спасибо, Кисмочка, за еду. А ты с нами в шахту идешь? Она не идет с нами в шахту, Боди. Мне 2 минуты нужно. Да, она не идет с нами в шахту, мы Лину можем не ждать. Все, погнали. А кто всех животных-то у нас в погребе, ну, в рве убил? Я убил 6. А ты кого убил? Баранов.
А ты читал, что у них было написано? Не, он просто их убил. Нет, честно скажу, нет. Блять, ну как же, это было хамо. Просто у нас баранов вообще не осталось. Видишь, они не успели расплодиться. А там был один, которому осталось 3 дня до плодородства. Надо было подождать, чтобы они нарожались, тогда убить старых и, ну, молодых оставить. Кто собрал весь для бинтов, которая росла у дома? Не знаю, не я. А ее просто там нет. Я, это кстати, бегал, правда. Тоже видел, что я там нет. Может, она сдохла, типа? А чё, а кто собрал-то реально, признайтесь? Да кто у нас постоянно что-то это, не признается, что куда-то вещи начали пропадать? Кто-то, видимо, этот, уходит там, на ставки делает, знаешь. Блин, нашли наркомана в семью, нахуй, вещи продает. Из дома диван вынес. Нужно поставить камеры видеонаблюдения, чтобы знать, кто пи***т наши вещи. Сейчас с кожей наконец-то разберемся. Все, я готов идти вообще. Ура! Мы реально идем? Типа серьезно? Это не шутка? Пойдем в ту пещеру, которую я показывал. А, ну-ка погоди. Ама, что у тебя за кирка в руках? Ну-ка покажи. Ага, а, это лук. Я думал, это кирка. Ну да, мы с тобой почти добывать ничего не будем. Мы будем с тобой чисто рядом флексить, отбивать молот. У меня все равно есть. Куда мы идем? Где пингвон? А куда идем? Я возвращаюсь со стаком хвои, чтобы сделать вам бинты. А, внизу. Сделай внизу, бинты и пошли. А, слышь, Ама, бинты-то нам нужны же? Да. Да, бинты. Ладно, последний элемент. Все, бинты и все, и надо уже идти, а то я заебался дома реально. Я чувствую, как будто у нас корона началась. Но бинты-то вам явно нужны. Ну, да. Нужны, конечно. Давай чё-то. О, Ама, иди сюда быстрее. Встань вот так вот вплотную и посмотри на эти... На пейзаж. Да, как будто бы туман, да, прикол? Козмот в очереди стоит, а, дай Козмоту посмотреть. На очертания гор, видишь, и на облака, когда смотришь, тоже прикольно. Они такие, знаешь, как будто бы кальянчиком чисто надымили. Ну, слушайте, как будто бы разлома не будет. Спокойно, да, текущая активность разлома спокойно, все, вперед. Я вот интересно, голод тратится, а я не хиляюсь, типа. Это, типа, ну, пока спишь, нельзя захиляться или что? Все скипнулось время. Все скипнулось, да. Заходим, господи. Так, что, куда идем, в какую сторону? Все, вон туда пошли. Надо бы вас еще, знаете, что, пацаны, обновить до этого, до лампового века. В следующий раз, когда придем домой после этой вылазки, я, пожалуй, поставлю на наковальне, сделаю медных плит, и пингвин сделаешь ламп. Что? Я копала грядку и нашла сундук. И что там в горе, что в горе? Что в сундуке? Вау, тут этот фартук кузнеца, короче, железный молот. Железный молот на 1800 этих. Чего? Ты гонишь? Там и рабочих. Там еще тут еще древние доски. Да-да-да, кисло, молодец. Я просто гору вкопала, чуваки, это что? Просто на рандоме. А кто стал? Пони. Кто стоит? Я не знаю, я здесь давно учил. Я просто сижу наггетсы ем. Это пингвин, что-то. Короче, просто давайте бежим, кто отстал, тут сам виноват. Все. Если бы не пингвин был, то он был. А, все это пещера, типа? Да, вот там вниз. А, ну как-то маленькая, если честно. Ты сейчас пойдешь вниз и увидишь маленькую. Только осторожно, тут очень легко попасть. О, мы можем уже кварц добывать, чуваки. Может, кварц будем добывать тогда? Он же нужен? Кварц. Так он третьего тира, он мы вот этого не могли добывать. Прямо или направо? Тут право есть очень глубокая яма. Лево ничего нет. Давай вниз. Самая глубокая есть? Ой-ой-ой, нифига ты меня понабирал, мужик. Так, давайте. Ой, блядь, пингвин! Только друг друга не удачи. Да, каждый берет своего. Давайте, каждый своего берет. Никита, да кто меня кинул копьем? Где-то стрела была. Чуваки, мы только начали воевать. Да. Пингвин стоит все время, смотрит, чисто наблюдает. Пингвин, зачем у тебя оружие крафтили? Я мост сделал, чтобы мы поднялись. О, я хилочкой откиливаю. Шестереночки ищем, чуваки, шестереночки давайте. Да что-то вообще ничего нет, они какие-то бомжи. А вот это вот селитру, селитра. Чуваки, селитру. О, селитру собираем. Селитру, пожалуйста, много. Пауки? О, аккуратно, там будет босс. Там босс? Вот там эти может... штуки, которые, из которой одежду можно красить. Ебать, они лезут, блядь! А что делать? Что это, убивайте пугайницы? Тогда я тоже займу позицию лучника. А вы не хотели со мной идти? А их разделать? Я же говорил. Ну, Ама, если бы мы пошли бы тогда, когда ты нам предлагал, мы бы пососали, если честно. Да. Ой, вот эти гнезда, смотрите, эти гнезда собирайте, которые над нами. Селитру рукой ломать, селитру можно рукой ломать, а не надо киркой ломать. Пони, что это будет? Они вылезли. Ёб, рот, этого казино, страшно, что просто происходит. Разделывайте пауков, с них, наверное, что-то полезное было. Селитру лопатой, чуваки, селитру лопатой копать. Пони не попадают. Нужно сломать гнездо нужно сломать, я ломаю гнездо. Она не ломается. Сломалась. Ай, меня жрут пауки, чуваки, пол хп. Убегайте. А где хилки, секунды. А, хилки, точно. Они секунду хилят. Да, хилки вообще быстро хилят. Гнездо саранчи сломал, еще надо сломать. Капец, их тут вообще дофига, да, так, пацаны. Не, ну, слушайте, это контент начался интересненький, конечно. Пошли, пацаны, вот здесь, вниз. Вы что, в глубину ада спуститься? Да, пошли. Козмот, пингвин, пошли. Тут, мне кажется, здесь это какая-то щель, это какая-то жопа чья-то, просто, знаете. Сначала тут такие пещеры есть. Смотрите, еще ниже можно спуститься. Ах, я здесь еще ниже, да, мы прям с тобой. Оп, стоп. Нам нужны блоки. Пингвин, вперед. Мистер Блок, пингвин. Мистер Блок, давай. А зачем блоки?
Вы что, дураки? Спасайте! Так что бы здесь сделать? Давайте еще ниже, давайте еще. Давай еще. Сверху бомба, сверху бомба, сначала сверху бомба убьем. Он спускает спину, спину к вам зашел, спину зашел. Я говорю, сверху, не спускайтесь вниз, пока поднимитесь наверх, у нас сверху мобы идут. Давай, пойдем с тобой. Засними, засними. О, нифига, реально. Чуваки, о, мы хату нашли их, мы нашли их хату. Да, поднимитесь наверх, нам тут хата. Пингвин, отойди, пингвин, отойди. Я хилю тебя, шутник. Я херачу его. Все, убил, 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 убил. Разделываю. Заходи внутрь, что там? Ну тут подсвечник. Опа, подсвечник, класс. И шестеренка. А давайте сюда выкопаем, вдруг что-то есть полезное еще. Да, вот я тоже ищу вас. Не, тут, не знаю, ничего, я тут копал, ничего не нахуй, ну типа, не копал обычно. Ну камень, булыгу заберем, что. Так, а вы куда, чуваки, вы куда ушли, я вас не вижу. А вот. Есть, есть ко мне. В смысле, я рядом с тобой. А, ну, я просто спиной к вам стоял, типа, не видел вас. Надо их убить, чуваки, там, типа, сложно. Я, у меня лук, дайте мы сами постоим с лука, постреляем. С лука, да. Отодвиньтесь. Те, кто поднимается, их убивайте. Так вы, может, всем луки скрафти, мама? Да. Короче, чуваки, я скажу так, давайте, если мы сделаем кожу, то я могу всем топовые луки скрафтить, типа топовые вообще. Типа, разделывайте, главное. Так, чуваки, у меня плохая новость, дальше там подъем наверх. Типа. Ну, наверное, мы зачистили пещеру. А что, может, еще ниже? Все, тупик, тупик, надо, да. Возвращаемся с Нитрой, все. Значит, наверх туда. Не-не, все, здесь тупик, там тупик, там слева. Сверху, слева. Сверху, вот, идут, слева. Сверху идут, ой, сверху идут. Сверху идут, прыгают у нас! Another player убил, другой player тебя убил. А ты, ладно, я. Так, а вы хилите? Ой, блядь, пацаны, дайте дойду. Отойдите! Я просто не подхожу. Очень узкие проходы, очень узкие проходы, реально. Ждем пингвина, он забирается ему в шмотки, забиваем Ситру и сваливаем отсюда. Хотя, погодите, я нашел здесь какую-то новую пещеру. Вот, чуваки, я случайно ушел в какую-то новую пещеру вообще, случайно. О, да, тут выход, тут вход есть, пингвин, прямо даже копаться не нужно. Жесть, нифига тут. Пацаны, мы к вам идем, я веду пингвина. Вы около его вещей? Перекидываемся камнями, они процент. Ой, там вообще что-то, они еще какие-то бухие. Ладно, погнали наверх, подышим, подышим. Да, что-то стамине плохо, чуваки. Я, могу показать другой выход, очень красивый выход, причем близко. Давай, здесь, близко, иди, давайте. Да. Чуваки, за секунд 10 выйдем, быстрее путь, чем по которому мы шли. Ну, давайте я вперед пойду, пожалуйста, если я буду первый идти, то будет гораздо быстрее. Я тоже знаю как. Не-не, ну я знаю быстрее путь. Вот здесь, короче, было застроено, я сломал, и вот здесь мы еще не были, понял? Здесь еще ответвление шахты, если есть. Здесь наверх, и там будет, ну, другой выход. Поднимайтесь, поднимайтесь, поднимайтесь. Сделайте такой проход, чтобы все могли подняться спокойно. Ой, аккуратно, не бейте, не бейте. Вот здесь какой красивый выход. Еды дайте, вот точно, у вас еда. Да, так, чуваки, кому нет, я могу отдать металлолом, селитру? Не, может, металлом, селитру. Это мусор, это мусор, зачем ты мусор взял? Да ладно, ладно, стрелу 31. Давай, и возьми, вот смотри, металлолом, во-первых, селитра и металлические части, еще льняная шпальга и лен. Волокна у тебя есть? Но мне еще, естественно, мой вход побольше нравится. Может, туда вернемся? Мне не нравится вот это место. Да давай здесь просто быстрее. Мы знаем. Вот тут есть еще пещера, туда. Можем в нее. Это быстрее, просто чем меньше мы будем в этих штуках. Там было быстрее. Там было быстрее. Да, вот здесь я надо почти мини-базу сделать, вот здесь прям поставить какую-нибудь. Так, так она же израсходуется. Короче, Дин, смотри, вот точные координаты пишу. На ней, которая вторую координату, когда ты написал координату, она точно прямо перед входом в пещеру. Ой-ой-ой. Собирайте давай их, пацаны, потому что я шестеренки в них находил очень нормально. Ой, а нож... сбоку, я один а у кого менты нужны? Пацаны, нам сюда нужно идти. Смотри, тут микро дырочка и там еще селитра. Чуваки, этот лопаты очень легко селитра копается. Да, лопаты, да, мы лопаты. Я же про это сказал, когда мы только две нашли. Как я спускаюсь ниже, я сразу начинаю слышать всякие звуки. По-любому тут босс. А я уже слышу. Ама, ты слишком еще типа даже не спускаешься, ты будешь год спускаться, мне кажется. Спускаешься. Там есть прямо спуск сзади. Прям чисто дыра вниз такая. Но я не хочу эту дыру. Black hole, понимаешь, black hole. Так пошли, погнали в black hole прыгнем. Серьезно? У нас только друг друга не тыкайте, потому что я заметил. Просто Ама в том проходе, в который ты копаешь, мы точно друг друга убьем. Пони, здесь еще бисмут до хера. Бисмут, если нам нужен, мы можем... Па, я его... сейчас умру, помогите, пожалуйста, до меня имя одно хп. Тут вылезло три твари. Вылезло, вылезло. Дай хилку, да. дай ему хилку. Так, пацаны, я вот уже убил две твари, у еще две вылезли, я вот берусь. Я просто, ну, я там, там еще там одна ты... пещера, там еще одна пещера целая. Да, огромная. Ама, давай сюда. Пауки, нифига! Босс-паук! Это что? Нет, это босс-паук! Босс-паук у вас там. Ама, из лука по боссу-пауку. У меня нету стрел больше. Сзади. Где босс-паук? Вон он, лезет сюда! Он лазером стреляет, кажется. Но я не уверен. Бейте его, бейте. За мной, он в блэк-холл упал. Он тут. Мы тут его убьем. У него пил бензопила, чуваки, вместо жалоб. Бензопила! Ебать! Я из лука буду стрелять. Пусть три раза лопал. Три раза, четыре раза, пять раз. Все, убил. Да, я залутаю. О, он притворился!
Сука, сучёныш. У меня хп 0.2. Дайте разделаю, А его нельзя разделать, ничего не можно было. А не, нельзя. А может его надо просто сломать, типа? Типа с него реально ничего не выпало даже? Это босс-паук? Да, это... Это не босс-паук, чуваки. Не-не, это всё, это... Чуваки, мне говорили, что это именно босс. Ну это типа мини-босс. Пока больше боссов в игре нет. Так, в смысле? Это такой же... С победой! Мы прошли игру. Прошли игру, все, гг. Ну, в плане бестролов, да. Но здесь, конечно, в плане контента, в плане мобов очень мало. Только пауки, вот эти вот гоблины. Да, можно моб добавить. Плана мобов падает. О, понял, ты не добыл, кстати. Чуваки, вот вы знаете, что я вам расскажу? Я вот сейчас бегу за Казмодом и Пони, да? И убиваю, разобрал чувака, и тут темпоральная шестеренка была просто. А мне просто нечем было разбирать. Не, ну это вообще нечестно, я только вещи свои подбираю, мне сразу пишу фолс. И я в очко улетел. Ну-ка, дай проверю, дарите. Не-не, они же исчезнут. Минус вещи. Кажется, на этом стоит завершить серию, ребята. Чего, крыса, ты убил мои вещи? Ну что ж, дорогие друзья, на этом, в принципе, все. С вами были Демастер, Ама, Лина, Пони, Пингвин, Газмод. Подписывайтесь на мой канал, чтобы видеть дальше продолжение Винтаж Стори. Мы на этом с вами заканчиваем серийку. Серийка заканчивается на грустной ноте, хотя в целом в серии достаточно много экшена было. На этом, в принципе, все. Мы с вами прощаемся. Спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока. Пока. Пока.